Всем привет! Смотрите, как восстановить данные гипервизора Proxmox VE. Как установить Proxmox VE, создать и настроить виртуальную машину, как сделать моментальные снимки виртуальной машины и откатить систему. Proxmox VE – это гипервизор с открытым исходным кодом для корпоративной виртуализации. Данная система виртуализации основана на дистрибутиве Debian. Для запуска виртуальных машин на сервере используется модифицированное ядро Ubuntu. Развертывание и управление виртуальными машинами доступно через командную строку и веб-консоль, обеспечивая простой и быстрый доступ. Для начала давайте разберем, как установить Proxmox VE на наш сервер. Для начала установки нужно скачать ISO-образ Proxmox и создать загрузочную флешку. Для загрузки образа перейдите на официальную страницу загрузок Proxmox. Здесь выберите Proxmox VE ISO Images и загрузите последнюю версию гипервизора. Жмем Download. После загрузки запускаем программу, которая поможет создать загрузочную флешку, к примеру Rufus или Etcher. Итак, наш USB накопитель готов. Подключаем его к серверу и загружаемся, указав соответствующее загрузочное устройство. После загрузки появится меню Proxmox VE. Для стандартной настройки выберите пункт Install Proxmox VE. Принимаем лицензионное соглашение. Выбираем диск, на который будет установлена система. Для дополнительной настройки откройте параметры. Здесь можно изменить файловую систему, размер диска и так далее. Затем установите местоположение, часовой пояс и раскладку клавиатуры. Далее задаем пароль администратора и вводим еще раз для подтверждения. Указываем электронную почту для системных уведомлений. И на последнем шаге установки нужно настроить конфигурацию сети. Выберите интерфейс управления, имя хоста для сервера, доступный IP-адрес, основной шлюз и DSN-сервер. Программа установки выведет все выбранные параметры. Убедившись, что все в порядке, жмем «Установить». По завершении установки извлеките USB-накопитель и перезагрузите систему. В результате загрузится меню Proxmox Grab. Выбираем из списка виртуальную среду Proxmox и жмем Enter. После появится приветственное сообщение Proxmox VE. Он включает в себя IP-адрес сервера, к которому можно подключиться через веб-интерфейс для управления с клиентской машины. Вводим IP-адрес в любом доступном браузере. При переходе вы увидите предупреждение о том, что страница небезопасна, вследствие того, что Proxmox использует самоподписанные SSL-сертификаты. Жмем «Дополнительно», «Перейти». Далее нужно ввести логин и пароль администратора, чтобы получить доступ к интерфейсу управления. Теперь, когда мы получили доступ к интерфейсу управления сервером, можно создать виртуальную машину. Для установки операционной системы виртуальной машины нам понадобится соответствующий ISO-образ. Далее нужно его загрузить на сервер Proxmox. Идем в Host, Localhost. Здесь переходим во вкладку ISO Images. Жмем Upload, Select File. Указываем путь к ISO-образу, Upload. После загрузки можно приступать к созданию виртуальной машины. Справа в окне жмем Create VM. Переходим на вкладку OS. Указываем тип операционной системы и версию. Кликаем по строке ISO Image и выбираем из списка нужный ISO файл. Параметры системы и диска я оставлю по умолчанию. Добавим ядер процессора и виртуальной памяти.
Настройки сети на данном этапе тоже оставляю по умолчанию. Переходим на вкладку Confirm, проверяем параметры и жмем Finish. Далее машина появится в данном списке. Выделяем ее. Открываем консоль и запускаем Start Now. Машина запустится и начнется установка операционной системы. Установка ничем не отличается от обычной. Используя моментальные снимки Proxmox VE, вы сможете сохранить состояние виртуальной машины. Моментальный снимок включает в себя содержимое памяти виртуальной машины, ее параметры и состояние всех виртуальных дисков. При откате к моментальному снимку будет восстановлена память, виртуальные диски и все настройки виртуальной машины до состояния, в котором она находилась на момент создания моментального снимка. Снимки – отличный способ сохранить состояние виртуальной машины. Это намного быстрее, чем полное резервное копирование, поскольку копируются не все данные. Снэпшот в действительности не является резервным копированием и не выполняет резервное копирование на детальном уровне, но все же можно использовать между полными резервными копиями. Для того, чтобы сделать моментальный снимок, во вкладке виртуальной машины нажмите Snapshots, Take Snapshots. В открывшемся окне введите имя и нажмите Take Snapshots. По завершению вы увидите надпись Task OK. И во вкладке снэпшотов появится только что созданный снимок. Если во время снимка или бэкапа произошла ошибка и виртуальная машина заблокирована, при любых действиях системы пишет ошибку VM is locked. Для разблокировки машины на сервере выполните такую команду. В конце команды указан ID виртуальной машины. После этого можно спокойно запустить или удалить виртуальную машину, снимок и так далее. Для отката к моментальному снимку выделите нужную виртуальную машину и перейдите на вкладку Snapshots. Здесь нажмите Rollback. И на уведомление о том, что текущее состояние виртуальной машины будет потеряно, жмем Yes для подтверждения. После чего машина откатится к состоянию на момент создания данного моментального снимка. Помимо моментальных снимков, Proxmox имеет неплохой штатный инструментарий для создания резервных копий виртуальных машин. Он позволяет легко сохранить все данные виртуальной машины, поддерживает 3 механизма сжатия и столько же методов создания этих копий. LZO – скоростной метод, JZIP – максимальное сжатие, и ZSTD – сжатие данных без потерь, и режимы архивирования – Snapshot – копия без остановки виртуальной машины, Suspend – виртуальная машина временно приостанавливается до завершения резервного копирования, и Stop – полная остановка виртуальной машины до завершения резервного копирования. Самый надежный способ. Для создания резервной копии выделите нужную виртуальную машину и выберите пункт Backup, а затем нажмите по кнопке Backup Now. В результате откроется окно, в котором можно будет выбрать параметры будущей резервной копии. После выбора параметров жмем по кнопке Backup и ждем, пока резервная копия будет создана. По завершении вы увидите надпись Task OK. В случае случайного удаления вы сможете восстановить ее из резервной копии. Для этого выделяем нужную резервную копию, ее легко определить по дате. И жмем Restore. Указываем Storage. И жмем по кнопке Restore. На предупреждение о том, что это безвозвратно удалить текущие данные виртуальной машины, выбираем Yes для подтверждения. По завершении процесса внизу видите надпись Task OK. В случае, если у вас нет резервной копии, восстановить машину с резервной копией не удалось, виртуальная машина не загружается или при загрузке выдает ошибку, которую нельзя исправить, или же произошел сбой в работе сервера, воспользуйтесь программой для восстановления данных Hetman Partition Recovery. Программа поддерживает восстановление данных с виртуальных дисков различных гипервизоров, включая Proxmox VE. По умолчанию Proxmox использует LVM-системы хранения виртуальных машин на локальном хранилище, но в результате процесс восстановления может вызвать некоторые трудности.
Программа поддерживает все популярные форматы файловых систем и восстановление данных с большинства популярных гипервизоров. Поможет восстановить данные в случае удаления, форматирования программных и аппаратных сбоев. Достаньте диски с сервера и подключите к компьютеру с операционной системой Windows. Hetman Partition Recovery при подключении физического накопителя, на котором лежат файлы виртуальных машин, отображает все их диски, файлы моментальных снимков и резервных копий виртуальных машин. Определить, к какой машине относится конкретный диск, можно по ID виртуальной машины. Кликните по диску правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть». Выберите тип анализа. Быстрое сканирование оперативно просканирует ваш диск и отобразит результат. Если в результате программа не нашла нужных вам файлов, запустите полный анализ. Нажмите правой кнопкой по диску «Проанализировать заново». Укажите тип файловой системы «Далее». В особо сложных ситуациях вам может помочь функция поиска файлов по сигнатурам. Для ее запуска нужно установить отметку напротив глубокого анализа. В моем случае достаточно быстрого сканирования. Ищем папку, где хранилась информация, которую нужно восстановить. Отмечаем файлы, которые нужно вернуть, и жмем «Восстановить». Далее нужно указать путь, куда сохранить файлы, еще раз нажать «Восстановить». Все файлы будут лежать по указанному пути. Как видите, программа без труда нашла файлы, которые лежали на виртуальном диске. Для удобства здесь реализована функция поиска файла по имени. А содержимое файла можно посмотреть в предварительном просмотре. Итак, мы рассмотрели штатные способы резервного копирования и способы восстановления виртуальных машин. Их использование позволяет без особых проблем сохранять все данные и экстренно восстановить их в случае нештатной ситуации. При выполнении процедуры резервного копирования и восстановления всегда следует учитывать, что они активно нагружают дисковую подсистему. В связи с этим выполнять эти процедуры рекомендуется в моменты минимальной нагрузки, чтобы избежать задержек и при выполнении операции ввода-вывода внутри машин и меньшей нагрузки на диски. Это позволит снизить риск выхода из строя машины. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.